Обсудить жилищные вопросы в своих многоквартирных домах и выбрать лучшие проекты по благоустройству города на очередном форуме «День соседей» собрались жители и председатели домов, коммунальщики, представители ресурсоснабжающих компаний, депутаты, представители администрации города. Рад приветствовать вас на форуме, посвященном Дню соседей. Это реально такое мероприятие, которое нас всех объединяет. Наша общая цель – сделать наш город еще лучше, еще краше. В Химках реализуется новый формат работы, основанный на принципе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева «Житель всегда прав», при котором горожане лично участвуют в улучшении качества жизни в городе как на уровне многоквартирных домов и дворов, так и в более масштабном смысле. Сегодня прошло традиционное послание губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева. Это девиз, который был «Мы вместе». И наш форум называется «Вместе мы соседи». Он отчитался за проделанную работу за год и о планах в будущем, где указал, что мы продолжаем работать в этом направлении, о благоустройстве, о работе общественного транспорта, медицины и образования. Пожелания и просьбы жителей – главное в формировании концепции развития как региона, так и муниципалитета. На этой основе разработано 7 проектов благоустройства общественных пространств, которые были представлены на выбор участникам форума. В частности, депутат Евгений Иноземцев рассказал о проекте по благоустройству пешеходных дорожек, о которых просили родители школьников близ дома номер 54 на улице Молодежной. Это зона абсолютно не оборудованная. И с правой стороны, два слайда, видно, что при продвижении по дороге, особенно в мокрое, в холодное время года, люди, дети вынуждены лавировать между движущимся транспортом для того, чтобы пройти на улицу Молодежная. Многократное обращение граждан было принято к сведению совместно с администрацией, согласовали сроки и объемы проведения работ. Также депутаты Артур Каримов, Надежда Смирнова, Юлия Мамай и лидер движения общественной поддержки Владимир Харитонов представили свои проекты. В их числе оборудование пешеходных переходов с интеллектуальной подсветкой, озеленение территории на улице Родионова и Германа Титова, ремонт родильного дома в Химкинской областной больнице и другие. Сегодня мы узнали об очень интересных проектах, которые благоустраивают наши микрорайоны, наш родной город. Это очень действительно нужные, актуальные проекты, и мы все присутствующие поддержали их. Вижу, как депутаты действительно реагируют, и что можно решать, решают. Это очень интересная, нужная, эффективная форма работы. Совместная работа жильцов многоквартирных домов и депутатов позволяет организовать профессиональное сообщество единомышленников, команду людей, вовлеченных в процесс улучшения и развития своего дома, двора и города в целом. Этот подход полностью соответствует принципу губернатора Московской области Андрея Воробьева «Житель всегда прав». Аналогичные форумы планируют проводить во всех микрорайонах Химок регулярно. Принять в них участие могут все желающие. Информацию о мероприятиях можно уточнить в чатах домов и улиц.